Да, у вас рядом, пожалуйста. Короче, наша первая вылазка с языка тролля. Мы спустились вниз в Таиланд. Теперь здесь жарко. Первый наш обмен валют. 100 евро. О, мелко, понятно. Кто? С королем Таиланда. Первая вылазка на пляж. Сразу дождь. Сказали, что здесь очень грязный пляж, но я не могу сказать, что он грязный. По меркам Таиланда, наверное, ноги здесь можно помочить. Вот это 120 килограмм, да? Да, одно из самых интересных мест, рынок морепродуктов, где можно взять все, что угодно. И за символические 150 бат я приготовил такого, допустим, лобстера неплохого. Ням-ням? Ням-ням. А, ну все, мы с трофеем, с креветками идем готовить. В таких местах это все готовится. Добавили какой-то гарнир, лапшу. Идем на массаж. Мы здесь вообще никто. Привет всем. Да, вот такие милые тайчики. Это уже с блинчиком, а мне все никак сделать не могут. Ты готова к своей мечте? Наша маленькая турка путешествия по Симиланскому острову ходит. Небольшой обед. Народу здесь, конечно, прилично. Еда пойдет. Но на самом деле здесь вообще не до еды. У меня уже руки чешутся, ноги тоже чешутся. Здесь погулять, походить, бродить. Тем более у нас времени не очень много. Всего лишь час. Сейчас осмотрим этот маленький остров. На деле мы стояли очень долго в очереди, но вид стоит того, чтобы отстоять 15 минут в очереди. Это нереально, это очень красиво. Ну все, я спустился наконец-то вниз. Очень горячий и острый там гранит, реверсное движение в одном месте, просто очередь нереально. Но здесь вот такой у нас пляж, очень красивый. Эх. Если бы этот остров был необитаемый, и мы бы нашли его первым, было бы гораздо круче. То, что здесь столько народу, ну, это вообще невыносимо. Да, красиво, очень, но толку народу. Кстати, тут китайцев больше, чем русских. Как-то немножко отталкивается. Привезли нас к маленьким животным, попугайчикам, ара. Вот сколько. Ты чего там кушаешь? Ты ара? 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 Я боюсь на шею даже посмотреть. Прошу заметить, как он держит мой палец, он не отпускает, он просто его защемил как клешней. Пока семечки, видимо, не кончатся. Жадный ара, да? Ара! Что он делает? Сейчас попробуем. Ну пробуем. Ой, мой бог. Улыбнись шире, чтобы. Да. Окей. Тяжело.
Нравится. Яке? Лады. Братанчик, ты ничего не попутал? Вот слазь давай. Да не подавись ты, не подавись. Ну-на-на-на-на-на. В общем, как-то так это выглядит сверху. Слоник приятный, у него большие ушки, у него и большие ноги. Вон он! Вон! Отделились мы от нашей экскурсионной группы, и мы держим путь на полуостров Тансай, там скалы. 3 дня у нас будет для того, чтобы попрактиковать себя в роли настоящего скалолаза, не талончиком. Друзья, у нас посадка на борт начинается. Как бы не опоздать на наш рейс. Да, уже заканчивается посадка. Немножечко тут трубы прорвало в аэропорту. Компенсация будет за мокрые шорты и трусы. Здесь уже почти темно, так что на сегодня отбой. Пошли искать бунгало. Да, проживания у нас еще нет, так что на свой страх и риск. Ну, я думаю, будет все хорошо. Вот такое наше бунгало с балдахином. Наша колыбельная. 2 стула с улицы притащили. Вентилятор есть. Электричество, кстати, уже дали, да. С 6 утра до 6 вечера электричества нет. Сейчас есть. Ну а так сидим и помоем. Коротаем вечер. Вот такое прекрасное утро в наших бунгало. Первая ночка позади. Ничего, такое скромное жилье. Могу сказать, что здесь очень много народу, и солнца здесь практически никогда не бывает. Лазать можно весь день. Короче, пытаемся что-нибудь залезть. Пока залезли, вон даже оттяжка 50 видно. Наши. Сейчас будем пытаться снова. Всего лишь 2-я трасса, но это 8-я, 9-я попытка. Главное, здесь красиво. Сейчас пойдем купаться, кушать. Лазать, наверное, на сегодня хватит. Фу. Решили мы не останавливаться на Тансай очень долго, и сейчас мы идем до следующего пляжа. Релей Бич называется. Пройти здесь можно пешком, но вот по всяким таким джунглям. Вышли мы наконец-то из джунглей и дошли до пляжа Релей. Ну, не совсем, конечно, дошли. Сейчас нам предстоит немножко поплавать, наверное. Но зато там есть люди, и они купаются. Ура, пойдем. Вот на такой лодочке мы отправляемся с острова Тансай на остров Пхукет. Да, она уже заполнена прилично. Надеюсь, нам место будет. Лодочка прям так и грузится и грузится.